Всем привет! Всю неделю интернет будоражит главная новость о том, что Ольга Бузова... Бузова тошнит от Бузовой! Он здесь уже в кадыке, это Бузова с твоими випусами. Публично взяла в рот кое-что любопытное. Пиздят! Мастер-класс, а то не Бузова? Я просто не знаю, с какой части нужно брать в рот. Михаил, молчите, не сбивайте Бузову. Это больше, чем игра на флейте. Я думаю, у Бузовой появился уже 101-й... Даша! Еще 1 миллион подписчиков появился сейчас. Ну, нет, до этого момента Ольга тоже пихала себе в рот всякое любопытное. Всем передаем привет кому? Кому? А, я ж здесь! Ну, там шутки, тупости, всякую бабскую хренотень. Симпатизирую щуми. Но на этот раз Ольга сработала, так сказать, по классике. Практически в миссионерской позиции взяла и зажала губами флейту. Дага, мо, сосямба. Не сейчас. Михаил, молчите. Вы, кстати, заметили, что Ольга не скрывает, что видит флейту впервые, поэтому не знает, как к ней приложиться. Просто не знаю, с какой части нужно брать в рот. Ну, так как флейта напоминает мужскую пипиську, Ольга приложилась как умеет. Фу, вы это заметили? Ну, в смысле, вы заметили, что помассировав флейте воображаемую мошонку, Ольга сначала ее понюхала, а потом облизала. Выглядит, конечно, эротично, но вот я лично бы на месте Ольги побрезговал, потому что вот непонятно, кто эту флейту до нее в руках держал и в какое место запихивал. Вам в попу! Ты на ушко скажи, куда мне этот потенциал? В попу! Я однажды видел шоу талантов, так там одна баба вагиной на губной гармошке дудела. Вот это я называю реальный пиздец. Но, видимо, гинеколог этой бабы не объяснил ей, что губная гармошка, она немножко не про те губы. И что Большой театр малыми губами покорила только... Я Анастасия Волочкова, папа мой Порфирий Волочков, да? Жизнь моя сложилась бестолково. Я влюблялась только в... В общем, вернемся к Оле и к ее супер-соло на флейте в духе ранней Эвелины Блёданс. Кстати, Олю и Эвелину очень многое роднит. Появился уже 101-й. Даша! Добрый день, меня зовут Бузова Ольга. Фамилия начинается с буквы Б. Нет, их роднит не только первая буква фамилии, но и то, что в начале своей карьеры Ольга выглядела как Блёданс. Что бы это слово ни значило. Я изучаю также языки. Знаю 3 иностранных языка. Причем английский я учу с 3 лет. И у меня есть сертификат из британского консульства, что я владею языком в совершенстве. Лукавила! 13 лет прошло, а языком владею только-только сейчас. А до этого момента, видимо, как говорится, ни флейты в рот, ни сантиметра в ноты. Да, в жизни случается, любовь не получается. Значит, получится в чем-то другом. Я просто не знаю, с какой части нужно брать в рот. Но Бузова у нас вообще супер талантище. Вот тут она поет. Тут уже танцует Пасодобль. А тут Олечка танцует одна, бля. Без Пасодобля. Она вообще талантище без недостатка. Я просто не знаю, с какой части нужно брать в рот. Разве что этот. Кстати, после этой выходки на Олю накинули всякие хейтеры, мол, как это можно, что за днище, так низко пасть. Давай парем. Еще бы микрофон себе в жопу запихнула. И вот что хочется ответить этим хейтерам. Ну, товарищи, вы же сами обвиняли Олю в том, что она бескультурна. Папы женщина культуры! И подохнуть поскорее! А
она вон как благородная девица, инструментом владеет. Это больше, чем игра на флейте. А какая хозяйственная. Короче, Олька, так держать. Ну, в смысле, так тоже можно держать, а можно и по-другому держать. Вообще, главное, чтобы тебе нравилось. На этом у меня все. С вами был Сергей Ашарин. Увидимся. Пока все в доме. Пока все в доме. Пока все в доме.